Доброго времени суток, Яна. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и в Новом году. Пожелать вам простого счастья и крепкого здоровья. И еще, чтобы у вас в Новом году сбылось все то, что вы хотите. За этот год вы очень многое сделали для меня. И я вам за это очень благодарен. Вы провели меня через самого себя и к самому себе. И вы делали это так нежно, как любящая мать. И вы с такой чуткостью все показывали, разворачивали, если человек шел не туда. И самое главное, что вы всегда были рядом. Вы никогда не сказали: «Ой, слушай, разбирайся сам». Нет, такого не было. Но вот что очень интересно, то что вы, Яна, никогда не давали ответ. Это, наверное, послужило таким толчком для меня, таким действительно ударом, что, слушай, а ведь действительно тебе не будут тебе давать ответы в жизни. Ты сам должен все это искать. И вы говорили на одном из вебинаров, человек должен алкать вот эти знания, прям жаждеть их. И это точно. И вы показали прямо это, то, что нет, тут ответов не будет. Тут ты сам станешь ответом для себя. И вот такой подход, он вообще сносит голову. Я хочу сказать о том, что еще без вас этого всего бы не было, я. Без вас не было бы тех знаний, которые есть у меня. Поэтому я вам очень сильно благодарен просто за то, что вы есть. То, что вы есть, то, что вы появились в моей жизни, то, что я взаимодействовал с вами, я очень рад этому. Вы сделали для меня очень много. Вы познакомили меня с самим собой. Вы дали те знания, которые, ну, вообще неизвестно, где даются. Мне кажется, таких знаний нигде не даются. Это нужно прям рыть, копать. А вы вот это дали. Я, может быть, непонятно объясняю, конечно, но в целом я хочу сказать, что те знания, которые вы даете, Яна, они особенные, не особенные, потому что их даете только вы. Я очень рад, что я взаимодействовал, что я общался с таким светлым, добрым и красивым человеком, как вы, Яна. Спасибо вам большое.